простая система 5.1. Сегодня познакомимся с акустической системой Edifier C12XD. В комплекте 5 колонок, усилитель, сабвуфер, антенна, оптоволоконный кабель, аудиокабель с коннектором 3,5 мм на обоих концах, кабель 3,5 мм на RCA, пульт управления и документация. Перед нами аудиосистема 5.1 на внушительные 120 Вт, то есть 5 колонок и 1 сабвуфер. Вся система подключается к одному усилителю с небольшим экраном и блоком управления на фронтальной части. Он регулирует громкость, бас, источники звука и воспроизведения. За эти же функции отвечает комплектный пульт дистанционного управления. На правой грани усилителя разместились вход 3,5 мм и выход на наушники. А на тыльной части находятся входы 5.1, выходы для подключения колонок и сабвуфера, оптический вход и порт подключения антенны. Еще на тыльной части поместились порт USB и слот SD. С их помощью можно проигрывать аудиофайлы с внешних носителей и карт памяти. Подведем итог. Это простая система 5.1 с поддержкой FM-радио и внешних накопителей. За счет входа 3,5 мм и выхода на наушники ее удобно использовать с мобильными устройствами и компьютером. Но в отличие от более дорогих систем, тут нет поддержки форматов объемного звука Dolby и DTS.